Друзья, в общем, решил я съездить в Белоруссию к родителям. Сейчас купил билеты, буду вам показывать, какие подарки повезу, что покупать буду. Но прежде чем снять об этом ролик, посмотрите, пожалуйста, прикол с маркизом. Сейчас показываю вам. Так, купил маркизу вот такой поводок. Маркиз, и вот так с ним гуляем. Я заметил, так, давай, в кусты мы не пойдем с тобой, там крапива. Я заметил, что когда с ним прогуляешь, он тогда более смирный, не носится по комнате, не орет, ничего не скребет, спит, как пшеницу продавший, как говорит у меня папа в Белоруссии. Поэтому вот сейчас мы с ним прогуляемся немножко, и затем я пойду в ленту, уже, естественно, без него, пойдем покупать подарки родителям. Все, ребята, я на парковке у ленты, идемте покупать подарки. Вкусняшки маме, папе, я все вам покажу. И еще коллега у меня сегодня едет в Икею. Я говорю: Оленька, выручи меня, купи тапки икеевские. Я в итоге Оля мне купит, вечером привезет, я вам покажу, какие тапки у меня мама с бабушкой заказывают. Так, идем в ленту за вкусняшками. Так, ребят, бабушке возьму вот такой чай. Ти 100 пакетов. Я думаю, она будет довольна. Я уверен, что она будет довольна, потому что она жаловалась, что у них нет вкусного чая, а этот чай точно в Беларуси не продается. Так что бабушке берем чай. Идем дальше. В прошлый раз мне мама хвалила вот этот зефир Шарм. Так, возьму его упаковку классического. И... Так, и еще возьму зефир в шоколаде вот такой тоже. Это же производитель. Только в шоколаде. Интересно, какой состав? Давайте посчитаем состав. Состав. Смотрим. Темный шоколад, сахар, какао тертое, масса какао, какао-порошок. Короче, полезного мало, но мама просила, так что привезем. Так, папа у меня любит халву. По-моему, в Беларуси такой нет. Возьму ему эту упаковочку. Потом расскажет, невкусное, невкусное. Так, а состав какой состав? Ядро подсолнечника, тертая, патока, крахмальная, сахар. Слушайте, ешек даже нет. Ну, значит, берем, да? Папа потом скажет, вкусно, невкусно было. Так, ребят, пришел я за этим финским шоколадом. Фазер называется. Конечно, 300 рублей за упаковку. 200 грамм. Дорого, но мама просила. Так что берем его. Ребят, вы меня, кстати, спрашивали про экономию, как я экономно живу. Видите, никаких сувениров, там, магнитиков, эту хрень я ничего не везу. Я везу продукты, которых нет в Минске. Сейчас пропикаем, посмотрим, на какую сумму у меня получилось. Это все добро, да? И если все... Подождите, ребята, не сканируется. Если все ок, идем на кассу оплачивать. Так, где штрих-код у чая? Так, зефир. Сейчас зефир отсканируем. И две шоколадки Фазер. Смотрим, ребят, что у меня получилось. Получилась сумма 1142. Нормально. Нормально, нормально. Я укладываюсь в свой бюджет. Идем на кассу оплачивать. Ну и еще, ребят, вечером приедут тапки. Все, ребят, я дома. Значит, сейчас буду собирать сумку. Так, тапки мне Оля привезла. Смотрите, какие тапки у меня родители заказывают. Вот такие, видите, вот они. Они по 350 рублей в Икее. Соответственно, пара... Маркиз! Сейчас я тебе расскажу, я тебе сейчас про тебя нажалуюсь, что ты сегодня творил. Значит, одни бабушки, одни папе и одни брату. Вот. Все. Маме вот сладости. Да? Хватит, я думаю, или как вы думаете? Так, давайте про билеты расскажу вам и про маркиза, что он сегодня утворил. Сейчас камеру переверну только. Сейчас, ребят, буду собирать сумку. Значит, что сегодня утворил вот это чудо? Вот, маркиз, иди сюда, вот, покажись. Что ты сегодня рассказывай, сделал? Сегодня я тут утром готовлю себе завтрак, а кот был во второй комнате, да, вот где у меня велосипеды стоят. Значит, готовлю, что-то слышу. Бабах! Я думаю, господи, что случилось? Знаете, вот ощущение, что просто кто-то телевизор уронил, на пол упал. В общем, я бросаю все, бегу в ту комнату, забегаю. Кота нет, естественно, все, кот исчез, как будто, не знаю, как и не было. Велосипед валяется. То есть он уронил велосипед. Вопрос, как котенок вот этот вот
маленький, да, который весит 3 килограмма, мог уронить велосипед, который у стены стоял. Ладно. По поводу, друзья мои, билеты. Значит, смотрите, билеты туда-обратно мне обошлись 7400. Это дорого. Потому что если взять в Москву билеты туда-обратно, да, вот, допустим, сегодня вечером я хочу уехать в Москву, плацкарт будет стоить, ну, 3500-4000. Здесь 7400, да. Ну, что сделаешь, да, видите, монополист, БЧ, Белорусская железная дорога, только они ездят, на самолеты вообще цены атомные, поэтому поеду РЖД. Все, ребят, на этом видео заканчиваю, будет продолжение истории, буду, расскажу вам про поезд, расскажу про Белоруссию, про цены, в общем, все-все-все, ждите дальше в выпусках, буду сразу выкладывать на YouTube. До встречи, ребят, пока.